представляем вашему вниманию отдельно стоящую узкую посудомоечную машину Beko DSFS 1530. Данная модель выпускается в двух цветах – белом и серебристом. На панели управления находятся кнопки 5 программ мойки. Это предварительная, мини-мойка 30 минут, экономичная, quick and clean и интенсивная мойка. Также имеется функция половинной загрузки, которая специально разработана для мытья слегка загрязненных тарелок и стаканов, экономя при этом время и электроэнергию. Имеются индикаторы наличия соли и ополаскивателя, которые подскажут, что средства заканчиваются и их необходимо добавить. У данной модели три корзины. Это верхняя корзина, которая легко выезжает благодаря двум направляющим и имеет 4 полки. Нижняя корзина, которая тоже легко выдвигается за счет колесиков, расположенных по бокам и имеет складные держатели для тарелок. Ну и, конечно же, тройная корзина для столовых приборов. Внутри посудомоечной машины находятся верхняя консоль, нижняя консоль распыления и фильтры. На двери посудомоечной машины расположен дозатор моющего средства, куда, собственно, и закладываются таблетки или специальные средства для посудомоечной машины. В данной машине полная защита от протечек, а также защита от перегрева WaterSafe Plus, благодаря которой, помимо защиты от переливания, она обеспечивает полную систему безопасности, а также прекращает подачу воды из шланга в случае выявления его протечки. В посудомоечной машине Beko DSFS 1530 класс энергопотребления А. Уровень шума 49 дБ, а расход воды составляет всего 13 литров за цикл. Посудомоечная машина Beko – идеальное решение важных задач.